Кто-то пытается сократить подростковую наркоманию и преступность, скрупулезно перебирая кучу документов по кабинетам. А кто-то предлагает подросткам сыграть в футбол. В 17-й школе любезно согласились провести мини-турнир для ребят, попавших в сложную жизненную ситуацию. Данные мероприятия у нас проходят, они постоянно, вот именно формат такой встречи мы проводим впервые. Думаю, что если нам позволит время, условия, мы будем проводить такие мероприятия еще. Не последний раз проводим. Для вовлечения детей, состоящих на учете, в дополнительную занятость, в том числе внеурочная, то есть чтобы у них как можно времени, меньше времени оставалось свободного, для, чтобы не было свободного времени для совершения каких-то проступков, то есть чтобы они направить их энергию в мирное русло. Чтобы юношеские мечты стать профессиональным спортсменом не были такими заоблачными, на мини-турнир пригласили футболиста уламудэнского «Локомотива» Алексея Граната, племянника игрока футбольного клуба «Ростов» Владимира Граната. Дядя всю жизнь вел здоровый образ жизни, играл за «Динамо», «Спартак», теперь «Ростов» и за сборную России. Ну, я думаю, это стоит того, чтобы не курить, не пить, не заниматься такой деятельностью, которой вот занимаются ребята. Если хоть один юноша благодаря таким турнирам запишется в секцию футбола, то это уже будет победа. Баир Цыдыпов, Жаргал Цырендашев. Новости дня.